Вот и пролетели 2 года. Позади остались промежуточный контроль, домашние задания и выпускные экзамены. Но не только это мы будем вспоминать в последующие годы. Мы будем помнить о мероприятиях, о часах, потраченных на подготовку к ним, обо всем веселье во время участия и, конечно же, о победах. О любимом бэк-ярде, месте пикников, долгих разговоров и забав. Tout près de la place où tes pieds passent, cachés dans les trous d'attente. О наших танцах и песнях. Лицей постоянно испытывал нас на прочность. Все эти ПК и ИК, длинные пары и вечные проектные работы. Однако мы всегда находили способ поднять свой дух и развеселиться. Почти всегда. За эти 2 года мы встретили новых друзей и попрощались с другими. Кому-то эти 2 года принесли что-то новое, а для кого-то все остается по-старому. Так или иначе, через все мы прошли вместе.
Неизвестно, что случится с нами в будущем и пересекутся ли наши пути снова, но все наши совместные воспоминания навсегда останутся с нами.